Вы слушаете канал GH.club, цены столетней давности. Все познается в сравнении, ну, или почти все. Современные потребительские цены на российском рынке известны практически всем, каждый с ними сталкивается ежедневно. А вот, что было и почем, к примеру, сто лет назад, в начале ха века. Историки дают достаточно точные цифры, опираясь на архивные документы. Итак, основной мерой веса являлся пут и фунт. Хотя с июня 1899 года в Российской империи параллельно заработала и метрическая система. Один пуд приравнивался к 40 фунтам или 16,38 килограмма. Один фунт равнялся 409,51 грамма. При Николае II появился «золотой стандарт» рубля. В империи установилась благоприятная финансовая ситуация. Статистика – упрямая вещь. В 1913 году средняя заработная плата в стране составляла 23 рубля в месяц. Это средняя зарплата, хотя в школе или гимназии преподаватель получал 80 рублей в месяц. Высококвалифицированный рабочий мог заработать и более 100 рублей. При таких заработках на рынках почти повсеместно цены на следующие продукты и услуги были таковы, 1 фунт хлеба, 4 копейки, 1 фунт гречки, 10 копеек, 1 фунт телятины, 14 копеек, один фунт огурцов 10 копеек, 1 фунт помидор 20 копеек, 1 фунт капусты 5 копеек. Один фунт коровьего масла 35 копеек, один путь говядины 2 рубля 40 копеек. Одно ведро 10 литров творога 30 копеек, одна поездка на извозчике 20 копеек. Съемное жилье 1 аршин 25 копеек. Одна минута разговора по телефону 30 копеек. Одна корова стоила 8 рублей. А вот то, что произошло после 1917 года, нам хорошо известно. Хотя, как сказать, в 1950-70 годах все необходимое также стоило копейки, а зарплаты измерялись в рублях. Продолжение истории читайте на сайте jh.club.